Партнеры программы: ресторан «Мама Быста», компания «Чайная гильдия», студия красоты «Медея», федеральная аптечная сеть «Фармленд». Она королева. Королева американского джаза, обладательница уникального голоса и диапазона. Она никогда не мечтала о карьере певицы и в детстве считала джаз старомодной музыкой. Сегодня в гостях «Светской хроники» с Евгенией Машко Шарон Кларк. Добрый вечер, с вами «Светская хроника» с Евгенией Машко на телеканале M-Television, время известных людей в эфире. И в гостях у нас сегодня звезда мирового джаза Шарон Кларк. Good evening, Шарон. Good evening. Шарон Кларк родилась в Вашингтоне. Ее отец военный был страстным поклонником джаза. Однако юная Шарон музыкальных предпочтений отца изначально не разделяла. Но талант взял вверх, и ее музыкальная карьера началась очень рано. Девочка сама подбирала мелодии на слух и исполняла их для друзей и близких. После окончания колледжа она поступила в Berklee College of Music, место учебы всех известных джазовых музыкантов со всего мира. Окончив его, Шарон начала самостоятельную деятельность и получила первый джазовый концерт. Здравствуйте, Шарон. Я очень рада вас видеть у себя на программе, поскольку с момента последней нашей встречи прошло уже около 5 лет. Да, действительно, уже 5 лет. 5 лет, как один день пролетели. Хочу начать с комплимента. Вы замечательно выглядите. Прошло достаточно большое количество времени, совсем не изменились. О, спасибо большое. Я знаю, что вы с гастролей, буквально несколько часов самолета. Тем не менее, выглядите абсолютно не уставшей. Скажите, вы сейчас в туре или это такой запланированный фестиваль, который вы обычно проводите в Уфе? Вы знаете, это такой мини-тур. Вчера я была в Москве, сегодня, конечно же, здесь. И послезавтра я буду вновь в Москве выступать. За это время я проведу 3 джазовых выступления. Вы знаете, вы достаточно популярны в России, вас очень любят, вы много гастролируете. А как ситуация с гастролями сейчас в других странах? Ну, вы знаете, Россия для меня это сегодня, наверное, такая основа основ моих концертов. Но также я недавно была в гастролях по Восточной Европе. Также я провела гастроли в Германии, достаточно успешные, все были довольны. Гастроли в Израиле, второй раз, которые проходили, достаточно значимое для меня место. Я тоже была очень довольна, и так же, как и зрители. Шарон одинаково искусно поет джаз, блюз, соул, религиозную музыку, госпел. У нее прекрасный сочный голос с небольшой хрипотцой и великолепной дикцией. Как говорят джазовые критики, ее прекрасное контральто способно заворожить любого слушателя. Особое проникновение удается ей в балладах. Ей рукоплещут залы Америки, Европы и, конечно же, Россия, где Шарон побывала уже не раз, и каждый раз это теплые и эмоциональные встречи с любителями хорошей музыки. Скажите, Шарон, а где вы проводите больше всего своего времени, или обычно это самолеты между странами и какие-то постоянные перелеты? Вы знаете, конечно же, я очень много времени провожу в России, но также последнее время в Швеции, поскольку я там живу, я решила обосноваться там. То есть вы сейчас живете в Швеции? Да. Вы знаете, в Швеции великие возможности делать отлично то, чем я занимаюсь сейчас. Ваша дочь где сейчас живет? В Швеции? Нет, моя дочь все время находится со мной. И я надеюсь, что на следующий год мы получим тоже гражданство Швеции. А в Уфе она сейчас тоже с вами? Ну, к сожалению, нет, поскольку она школьница, а сейчас в школах все очень строго, то она вынуждена не пропускать свои занятия и все-таки посещать школу регулярно. Я знаю, что у вас есть единственная дочь, которой сейчас 12 лет, это все так? И я также знаю, что она поет вместе с вами и выступает. Да, вы правы. Шарон, скажите, а что вы думаете о ее карьере в будущем, о ее голосе? Я все-таки хотела бы, чтобы моя дочь выступала, конечно же, на сцене, где-нибудь на Бродвее, в мюзиклах. Musicals and the stage in that aspect.
She's a great little actress too. Ну, есть такое мнение, что дети должны быть всегда талантливее своих родителей. А вы как думаете, ваша дочь талантливее, чем вы? Я уверена просто, что да, она будет талантливее, чем ее мама. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Не просто надеюсь, я об этом мечтаю. Потому что чем бы она ни занималась, у нее действительно все получается... Выпускница всемирно известного Berklee College of Music Шарон Кларк получила не только всемирное признание, но и корону лучшей джазовой исполнительницы мира. Джазовый критик Jazz Times сказал о Кларк: она не только вызывает в голове воспоминания о божественной Саре Воэн, она воссоздает этим воспоминания должное. Я никогда не думал, что я услышу когда-нибудь певицу с диапазоном, музыкальностью и силой голоса и тембра, который напоминал мне Сару Воэн. When you get in trouble and you don't know right from wrong, give a little whistle, give a little whistle. If you meet temptation and the urge is very strong, give a little whistle, give a little whistle. Not just a little squeak, you gotta pucker up and blow. And if that whistle's weak, you better yell, Jiminy Crickets, take that straight and narrow path. And if you start to slide, give a little whistle, give a little whistle. Это вам угощение от ресторана Мама Быста. Очень вкусные десерты здесь угощаются. Ой, спасибо огромное. Любите сладкое? Да, я вообще сладкоежка по жизни. Конечно, пытаюсь себя как-то ограничивать, но у меня это плохо получается. Я люблю сладкое. Скажите, ну а кроме сладкого, чему из еды вы еще отдаете предпочтение в вашей жизни? Что вы любите? Может быть, есть какие-то любимые фирменные блюда? У меня очень много различных предпочтений, поскольку я, в принципе, люблю готовить. Находите время для приготовления еды? Ну, конечно же, я нахожу время, потому что я люблю делать приятное своим близким людям, я люблю готовить для своего мужа, своей дочери, и когда меня нет, моя сестра заботится о них. Что вы обычно готовите для них? Моя дочь очень любит баранину и рыбу, то есть она такой далеко не вегетарианец. Ну и, конечно же, паста. Моя дочь очень высокая, очень худая и очень красивая. Она похожа фигурой немного на вас. Она совсем не похожа на меня, больше на своего отца. Журналисты окрестили Шарон Кларк как одну из самых любвеобильных певиц современного джаза. Но, несмотря на то, что Шарон известна своими многочисленными романами и замужествами, она всегда тщательно скрывала личную жизнь от глаз общественности и папарацци. Сейчас в желтой прессе и на просторах всемирной паутины нет ни одной информации о ее семье. Мне очень хочется спросить о вашем муже, поскольку вы очень много времени проводите в гастрольной деятельности, у вас очень много выступлений. Он помогает вам в этом? Вот какова его роль в вашей жизни, как помощника, как друга? Или он предпочитает все-таки заниматься домашними делами и проводить время с дочерью во время вашего отсутствия? Ну, обычно он, конечно, очень много работает. Где? Он работает менеджером в сети ресторанов. Иногда его рабочее время достигает 50-60 часов в неделю. Конечно же, я очень чувствую его поддержку, иначе я бы не могла столько работать. В принципе, нам бы хватило этих денег, которых мы зарабатываем, но сейчас все наши силы направлены на нашу дочь, потому что для него она такая маленькая королева, он ее видит и преподносит всегда королевой, поскольку это его единственный ребенок. Моя сестра также очень много помогает нам по дому, ну то есть у нас такая отличная семейная команда, домашняя команда. Есть в планах еще один малыш? Нет, нет. Одного мне за глаза достаточно. Вы знаете, если вот вспомнить ваше детство, в каком возрасте вы начали петь, в каком возрасте вы поняли, что у вас великолепный голос? Вы знаете, я сейчас вот вспомнила свой день рождения, когда мне исполнилось 3 года. Вернее, не только мне, а нам с сестрой-близняшкой. У вас есть сестра-близняшка?
are your twins. Yes, mm-hmm. Identical. Similar, only twins. Да, есть. Мы абсолютно похожи, абсолютно идентичны. Мы как одно лицо. Моя сестра в мое отсутствие помогает мне с моей дочерью, контролирует ее приходы, уходы из школы, как она делает уроки, ну, в общем, ухаживает за ней. Так вот, вспоминая свой третий день рождения, мы с сестрой пошли в церковный хор и пели там. И мой отец понял, что, наверное, я талант, что у меня есть голос, и мы начали учить, ходить на уроки различных музыкальных направлений, учить классику. Learn classical music and everything. А сестра ваша поет? Да, у нее есть голос, неплохой, но она не занимается музыкой. Она очень любит детей и посвятила себя этому. Сколько детей у нее? Нет, у нее нет детей, просто она любит заботиться о чужих детях. Это такая миссия в ее жизни. А ваш отец? Мой отец был музыкант. Он всегда, конечно же, мечтал об этом. У него было 7 детей. То есть у вас есть еще 6 братьев и сестер? Да, 6. Нас всего 7. Моя мама была учительницей в школе. Моя мама, конечно же, мечтала о какой-то карьере для нас, но мы пробовали себя во всем, и родители не были против. Они помогали нам... It didn't work for me. And I remember your mind. I've got a world that's fine. What's before me? Routines that bore me. I punched the clock at 8. Oh, what a lucky girl I am. I've got a world that's great. О чем мечтали ваши родители? Кем они хотели вас видеть? Ну, если честно, моя мама не думала о том, чтобы быть мне музыкантом, чтобы видеть меня на сцене. Она просто хотела, чтобы мы были хорошими, счастливыми людьми и нашли себя в своей профессии. И папа, в принципе, тоже. Но поскольку они очень заботились о нас, то нам предоставили право выбора, и за что мы им сейчас очень благодарны. В каком вообще возрасте, в какое время вы поняли, что вот музыка — это все, это ваша жизнь? Моя мама мне сказала в колледже: «Выбирай сама, иначе ты никогда не закончишь свое обучение». Но если ты считаешь, что это твоя дорога в жизни, то, конечно же, заканчивай, я не против. Так мне сказала моя мама. Родители сейчас живы? Нет, к сожалению, нет. Они уже ушли. Партнеры программы. Ресторан «Мама Быста». Компания «Чайная гильдия». Студия красоты «Медея». Федеральная аптечная сеть «Фармленд».